Я не знала, как быть иначе. За собой тебя позвала. Миллионов слов будет мало, я вся для тебя. Клевером из четырех листьев ты вошел, как будто искал. На Иисус в признаниях, мыслях шепчу про себя. Сдаться ты всегда успеешь. Кто любовь найдет, кто потеряет, а ты меня не отпускай. Что-то ты, Эдуард Владимирович, плохо выглядишь. Что? Суворова отказала в аудиенции? Я все пытаюсь понять, как на нее реагировать и насколько все это серьезно. Тут ко мне приходил этот ее Ян и прямым текстом сказал мне: мы хотим забрать земли за Алмазной. Ты что, сбрендил, мэр? Алина тебя с потрохами сожрет. Да Суворовы сюда привели те, кто давно мечтает Алину сожрать с потрохами. Нам нужно оказаться в одной команде с Суворовой. Как? Выборы на носу. Вот намекни ей, что, мол, Плохотнюк будет отстаивать в парламенте ваши интересы. Алине Сергеевне надо как-то объяснить, чтобы она вообще забыла про эту шахтерку, иначе нам потом хуже будет. Как ты ей объяснишь? Алина спит и видит, что растирает Суворову в порошок. Так это на днях будет... В клубе закрытая вечеринка. Может, давайте поговорим с Алиной? Ты Кате своей поручи. Ну, чтобы она Алине напомнила про вечеринку. Мол, для своих, и никаких шахтерок там не будет. Только так, чтобы не получилось, что это мы все затеяли, чтобы обработать Алину. А что с поиском свидетеля, который обеспечил Суворовой алиби? Время идет, Макар. Результата я не вижу. Пока я не могу его найти. Ни следа, ни намека. Так не бывает. Не может человек исчезнуть бесследно. Почему? Валентину-то до сих пор ищут. Ну, не набивай себе цену. Хозяйка, я уверяю вас, что я сделал все, что смог. Это 1-0 в ее пользу, ты понимаешь? Она заявку в мэрию подала. Хочет земли, которые за Алмазной. Да эта тварь совсем страх потеряла. Вот я и говорю, надо ее просто убить. Просто убить? Слишком просто, Макар. И слишком ясно для всех, что это я желаю ей смерти. Нет. Будет дуэль. Наверное, возле того, чтобы растоптать меня. Разорить. Унизить. У нее ничего не выйдет. Я опущу ее на такое дно, что она сама попросит о своей смерти. О, наша мамочка пришла. Ну, как там мой внук или внучка, а? Все в порядке. Алина Сергеевна, вы не забыли? Да. Скоро же наша традиционная вечеринка. Они мне раньше так нравились. Собирали все свои, кто попала, прийти туда не мог. Да я вижу, в своем интересном положении не прочь повеселиться. Просто хочу напомнить шахтерке, что в Никанова есть еще места, куда и как ни было ходу, так и нет. Вот такая ты мне больше нравишься. Пришла спросить, кого пригласите звезд? Кто вам нравится? А зачем нам звезды? На звезд все сбегутся. А я хочу посмотреть, кто предан мне. Кто из уважения ко мне придет? Как Саша? К шахтерке не бегает? Нет, но все равно ведет себя как-то странно. Уехал в столицу с Кириллом.
Дела, говорит. Ну, если с Кириллом не переживай. Кирилл не даст Саше глупости делать. Я вижу, ты тут прописался. Присаживайся. И что, эта дешевка вернет тебя к жизни? Это другая, какая разница. Давай по коньячку. Нет, мне через час нужно быть в Генеральной прокуратуре. Да ты третий день подряд квасишь и развлекаешься, а я работаю. Ну, работай. Кирилл, ты когда в Ваниканов соберешься, мы к ним, я с тобой поеду, хорошо? А сейчас, извини, девушка ждет. А ты уже все свои дела здесь порешал, да? Алмазная с такими руководителями загнется? Или тебе все равно, ты же Хмелевский? Да, я Хмелевский. Наташа! Наташа! У тебя теперь все малышки, Наташа. Ну вот, наша первая победа. Копанка снова наша. Чему радоваться? Из-за нее Петю убили. Ты думаешь, Алина сейчас не психует? Из-за того, что копанку вернуть пришлось? Ага. Пусть психует. Я этого и хочу. Наташа, Наташа, чего ты добиваешься? Ты мало от нее натерпелась? Если бы только я. Алина не остановится, если я ее не остановлю. Что ты можешь? Я ее разорю. Без денег она потеряет и власть, и силу. И тогда она ответит за все. За взрыв на шахте. За папину смерть. И за мою психушку. А как же Саша? А Саша прозреет, наконец. Ты куда? Антон спрятал там флешку. Нужно поискать. Наташа, ты там ничего не найдешь. Ну, хоть попробовать я должна. Да не ходи ты туда, там темно, как в могиле. Что надумала? Отдай мне компромат и гуляй. Я тебе компромат, а ты мне пулю в затылок. Вечер добрый. Здоров. На сладенькое потянуло? Слышь, ты не умничай. КПЗ он у меня здесь устроил. 3 дня тебе даю. Чтоб через 3 дня ни ее, ни тебя я здесь не видел. А если не управишься, в общем, представляешь, что будет. Слушай, колись уже, Леонидовна, а? Я-то тебя пожалею. А вот Макар грохнет. Ни за что концы отдашь. Ни за что! А я думала, ты теперь вечеринки только в честь шахтерки посещаешь. Ну, Алиночка, нашу дружбу не раз хотели разбить. Но не будем же это делать своими руками на радость врагам. Ой, сколько пафоса. Сразу видно, скоро выборы. А я вот с Кириллом и с Сашей у входа встретилась. Никак не пойму, что они целую неделю в столице делали. А это Саша. Саша расскажет лучше, чем я. Катюша. Игорь, я тебя очень прошу. Отойди от меня, пожалуйста. Кать, нам нужно поговорить. Ты не отвечаешь на мои звонки, мы перестали встречаться. Тебя очень прошу, Игорь, уходи, я прошу. Я так больше не могу, я с ума схожу, Катя. Я не знаю, как ты себя чувствуешь, я не знаю, как наш ребенок. Ты вообще о чем? Никакой это не твой ребенок, ясно? Катюш, что? Что ты такое говоришь? Игорь Николаевич, вы мою жену Катюшу называете?
Александр Викторович, мы можем поговорить? А зачем повторяться? Я сама расскажу своему мужу все, о чем мы с вами только что говорили, Игорь Николаевич. Да, конечно. Извините. Че, Кунта? Зачем тебе эта коробка? А я отберу все, чем владеет Алина. Торговый центр тоже ее? Причем незаконно. Покойный муж Алины Шамиль приватизировал его и завещал своей дочке Валентине. Но Валентина пропала. Куда пропала? Никто не знает. И Алина провернула аферу. Задним числом приватизировала алмаз на себя. А ты откуда это знаешь? Ты что, ясновидящий? Мне в областном управлении показали документы на приватизацию алмаза. Просто так показали? Наташа, ты что, дала этим крысам взятку? Ты не согласен с Кириллом? Если мы не будем играть по правилам Алины, мы проиграем. Не знаю. Я после этого как-то чувствую себя грязным. Я оторву от Алины мэра. А если он в этом оторванном состоянии не сможет без него жить? Ну, привет, подруга. В клуб? А что, у вас тут еще и клуб есть? И что сегодня там? Гулянка. Наверное, в честь того, что Катя Хмелевская забеременела наконец. Уже и мэр туда пошел с цветами, с женой. Да, Нелька, ты всегда любила посплетничать. Ну и что? Зато не брехуха. А ты меня в чем-то упрекаешь? А ты-то не догадываешься? Нель, мне сейчас тут не до тебя. Знаешь что, Наташ? А не пошла бы ты? Чокнутая, а ты не перегрелась со своими грандиозными планами? Чего ты на людей бросаешься? Отдохнуть тебе надо, давай. Погнали в отель. Ты что, шутишь? Мэр сейчас в клубе. Это отличный повод вывести его на разговор. Ну и что мы? Ворвемся на чужой праздник жизни? Алина бы не остановилась. Послушай, это отличный шанс на глазах у Алины и ее окружения заставить мэра предать свою хозяйку. Демонстрация дерзости, публичный баттл. Ну, отлично. Погнали. Да, Алина, все меняется. Ты помнишь, бывший премьер, как все возмущались, никогда. А мы с тобой вовремя сориентировались. И соцопросы проводить не нужно. Ты о чем? Александр Викторович, у вас снова появился шанс стать отцом. Я надеюсь, теперь вы понимаете, заботиться о своем ребенке нужно задолго до его рождения. А ты как тут? В этот клуб пускай только по приглашению. А кто меня выгонит? Вы? Эдуард Владимирович, а я, собственно, к вам. Уделите мне 2 минуты. Да, конечно, Наташа. А, простите, Наталья Петровна. Я перед дилеммой, Эдуард Владимирович. В «Монолите» есть фонд поощрения, так сказать, местная инициатива. Я все думаю, куда вложить деньги? Отремонтировать больницу Ваниканова? Да. Или поддержать Плохотника на выборах? Вы хотите, чтобы я прямо сейчас ответил? Не прямо сейчас. Ну, как можно скорее. Мои партнеры хотят быстрый ответ. А они очень серьезные люди. Мне кажется, или здесь угощают дешевым шампанским? Да она над нами издевается. Да забудь ты, Катя. Давай лучше будем думать о нашем ребенке, да? Спасибо, шахтерки. Теперь каждому из вас знаю цену. Я проверил. Информация о смерти Валентины подтвердилась. В ее вещах нашли блокнот
с записями о школе в Швейцарии. Фотографию Вали. Куда она направлялась? Зачем сбежала? Ничего не понимаю. Ну, Саня, в жизни много загадок. Ты когда-нибудь думал, что Наташа вернется? Такая другая. Помнишь, мы вместе в столицу ездили? Еще до возвращения Наташи. Ты говорил, что встретил какую-то девушку. Ты говорила Наташе? Саня, я просто сказал, что мне интересны такие люди. А как долго ты знал, что она жива? Я знаю намного меньше, чем ты думаешь. Почему молчал? Ради ее безопасности. Ты помог ей реабилитироваться? О ней позаботились более влиятельные люди. Кто, ты их знаешь? Саня, какая разница? Факт остается фактом. У нее есть серьезный покровитель. Все. Любовник? Ну, если нет, то наверняка станет им. Он очень много для нее делает. Кирилл, а ты часом не влюблен в Наташу? Не-не-не-не, Саня, это тебя захлестывают эмоции. И ты бросаешься от одной малышки к другой, к беременной жене. А у меня все должно быть по плану. А не скучно жить так по плану, брат? Это намного увлекательнее, чем ты думаешь. Хорошо. Развлекайся. А мне на алмазную пару. Партнер, отметим удачную сделку. Коньяк огурцом? Французы бы тебя расстреляли, Федор. Сам бы себя расстрелял. Зашевелился скелет в шкафу. Понимаю, меня тоже кошмары мучают. Все никак не могу забыть, как однажды из-за меня бабка чуть под машину не попала. Так плохо сплю. Я вообще спать не могу. Мне все те мужики в шахте снятся. Ни одному тебе они снятся. Ну, с этим можно справиться. Отработали они уже свое, понимаешь? Полегли ни за что в алмазной под землей. Давай помянем. Хорошие мужики были. Не знал я, что в проходке люди, понимаешь? А я что? Человек маленький. Сказали взорвать взрывчатку. Значит, должен сделать. Координаты поставщика у вас есть? Ну так в чем проблема? Связывайтесь, решайте вопрос. А где секретарь? Александр Викторович, сократили в целях экономии. Что, Наташа? Не можешь меня забыть, да? Ищешь повода встретиться? Не тешьте себя иллюзиями, Александр Викторович. Здесь остались расчеты моего отца, и я хочу их забрать. Они пригодятся мне при восстановлении Копанки. После того, как там похозяйничала Алина Сергеевна, Копанку нужно восстанавливать с нуля.
был самый холодный поцелуй в моей жизни. Никак не можешь меня простить? Простить? Разве ваши слова, Александр Викторович, изменят мое прошлое? Психушка научила меня очень трезво смотреть на события. Да, ты очень изменилась. Ты уже не та девушка, которую я полюбил. Ты не способен любить. Ты Хмелевский. Да. Алина Сергеевна? Ты что, марафон бежал? Боялся опоздать. Как Кривицкая. Такая баба упертая. Не колется, хоть и тресни. Денег предложи. Не хочет брать, боится. Предложи больше. Поговори с ней по душам. Успокой. Она должна тебе поверить. Постарайся. Если не получится, тогда ко мне ее. Будет исполнено, Алина Сергеевна. Все устрою в лучшем виде. Ну что еще? Твоих рук дело. И после этого ты требуешь, чтобы я ценил нашу дружбу. А ты о ней помнишь? Подожди, Толя, что у тебя еще, шорох? Вчера суд восстановил Суворову в родительских правах. Но на этом суде не только Суворова была, но и я. Займись Кривицкой. Да, я понял. Становишься популярным, Толя. Как ты могла? Только ты меня плахой называла, и то в постели. Ну, значит, те далекие времена не только я была в твоей постели. Издеваешься? Меня с дерьмом смешали, она издевается! Ты меня слила, да? Обиделась, что я навожу мосты с Суворовой. А ты знаешь, кто за ней стоит? Я же для нас, для тебя! Да ты идиот, Толя! После всего, что между нами было, ты думаешь, что я могу тебя слить? Ты по себе судишь? Только не надо оскорблять. Алина, скажи, ты затеяла игру, о которой я не знал. Решила отстраниться от меня, да? Или испугалась, нервы не выдержали после того, как Суворова вернулась? Пошел вон, старый дурак! Ты лучше за сыном своим присмотри! Ты думаешь, кто помог Суворовой в восстановлении в родительских правах? Твой Кирилл! Плохо! Справочку с собой возьмешь о том, что ты официально снова мать? Возьму на всякий случай. Эта справочка мне очень дорого обошлась. Если бы ты не давала взятки, мне бы на Кадиллак хватило. Ян, мы сюда приехали не за покупками. Я понимаю. У тебя не может быть столько желания уничтожить банду Алины, как у нас с Кириллом и Инной. Как будто я ничего не делаю. Ты уже третий день. Кормишь меня байками о какой-то там сенсации. Да. Говорил тут один по пьяни. Нужно перепроверить. Пусть по-трезвому подтвердит. Не люкс, а проходной двор. Девушка, вы часом номером не ошиблись? Перестань преследовать Сашу. И смирись наконец-то. Он выбрал не тебя. Он выбрал меня. И хватит вешаться ему на шею. Мне не нужен твой муж. Да неужели? Я собственными глазами видела, как вы там зажимались в его кабинете. Ты что, думаешь, что он бросит ребенка и жену ради тебя? Правда, невероятнее вымысл, Кать. Так что смирись. В жизни все возможно. Я тоже была беременна, когда он меня предал. Ты не была беременна. Ты это выдумала для того, чтобы привязать его к себе. Я тебя предупредила. Если еще раз увижу, я за себя не отвечаю. Что? Ты зажималась с Хмелевским? Да я бы убила его. Если бы могла. Слова и мысли материально чокнуты. Хватит умничать. Он мне как кость в горле, понимаешь? Я была бы намного сильнее, если бы его не было. Я хочу побыть одна. Я сегодня встречаюсь с Егором. Я должна быть спокойна, а вы меня просто уже все достали. Да когда же до тебя дойдет, Игорь? Все кончено. Красавица, можно на минуточку? Что такое? Наташа не все сказала, а тебя попросила передать? Не там ищешь.
Ты о чем? Твой муж изменяет тебе. С твоей невестой? Нет, ты что? Я бы не позволил, я строгий. Если бы узнал, сразу убил. А с кем? Да есть тут одна. Кровь с коньяком. Да кто ты вообще такой? Что ты вообще знаешь о нашем городе? Совсем немного. Я знаю, что твой муж ненормальный. Как можно тебе изменять? Ты красивая, стильная, беременная, опять-таки. А он с хозяйкой уголька крутит. Что? Наташа тоже удивилась. Ух ты ж. Зачем пришла? Получила решение суда. Вы знаете, что меня полностью восстановили в родительских правах. И я имею полное право забрать своего сына. Забирай. Надя, позови Егорку. Можете ознакомиться. Это лишнее. Егорушка, дорогой, мама хочет забрать тебя. Не отдавайте меня ей! Егорушка, сыночек, послушай. Егорка, это же твоя мама. Успокойся, мой хороший. Тебя насильно никто не заберет. Правильно я говорю? Егорушка, солнышко, прости меня, я тебя больше никогда не обижу, поверь. Ну, сыночек, иди ко мне. Уходи, пожалуйста! Сыночек! Солнышко, давай поговорим, умоляю. Ты ведь все поймешь. Я верю, ты ведь Суворов. Иди к себе, мой дорогой. Нет, сыночек. Пожалуйста, посмотри на меня, сынок. Я ведь твоя мама. Ну, помнишь, как я тебе птиц сделала, чтобы ты не забывал, как я сильно тебя люблю. Ну, Егор. Я обязательно вернусь. Прощай, Суворов. Неужели он идет к этой Алке? Он что, мне изменяет с этой бабой? Он с ума сошел, она же старше его, она же просто чучело. Фу! Дружок Суворова просто хочет поссорить тебя с Сашей. А не, зачем? Чтобы она ушла от него к Саше? Нет, понимаешь, это он так ценит нашу семью, так ценит нашего ребенка. Это что, благодарность? Себе хоть не ври. Какое Саша имеет отношение к твоему ребенку? Фамилию он его будет носить. Ну, разве что. Вот я его ненавижу. Он подонок. Я бы его убила. Это... Нет, ну как так можно? А? Угощайтесь. Мне нужны деньги. Шорох вам мало предложил? Шорох. Шорох не может дать мне гарантию моей безопасности. А я могу. Говорите. И скажу. Но предупреждаю, если со мной что-то случится, это все выплывет наружу. И то, как вы приказали довести до сумасшествия Суворову, а потом убить ее. И то, как Плохотнюк упрятал в психушку свою жену. И много... интересного. Люблю интересное. А где товар? Знаю я таких, как вы. Деньги вперед. Оплата не проблема. Только мне тоже нужно знать,
что потом за моей спиной ничего не всплывет. Я дам вам все. Если заплатите. А вам немало нужно для счастья. Что взамен? Где и когда я получу то, что меня интересует? Половину дадите сегодня. Я вернусь с компроматом. А вы подготовите остальные деньги. И предупреждаю. Вам лучше со мной не играть. Алина с Плохотником, значит, скупали земли. Да. Находили всяких бедных бомжей, студентов, теток. Угу. Платили им копейки. Те приватизировали на себя земельные участки, естественно, при помощи местных властей. А потом? А потом схема очень простая. И главное, все по закону и не прикопаешься. Оформляли договора о купле-продаже, ну, как будто массово пачками скупали эти приватизированные земельные участки, а новые владельцы на абсолютно законных основаниях распоряжались огромными наделами. Чудесную статью ты написал, Антон. Только знаешь, сейчас мы не будем ее размещать в прессе. Да как это? Нельзя сбавлять темп. Ну, надо их дожать. И я получила сообщение от Кирилла, и он считает, что сейчас не время. Ну как это не время? Первая статья, люди только под впечатлением от первой статьи, а вторая я только понимаю. Их... Я понимаю. Ты очень хочешь, чтобы сейчас, именно сейчас вышла эта статья. Поверь мне, я тоже очень хочу. Как можно быстрее наказать и Плохотника, и Алину. Но сейчас нам нужно быть осмотрительнее. И, не знаю, Кирилл сейчас наш мозговой центр, он там. И он знает, когда и что нам нужно делать. Я ему доверяю на все 100, больше, чем себе. Если он сказал, что нужно подождать, значит, нужно подождать. Тем более от следователя тоже никакой информации пока нет. Звала? Вот я примчался. Видишь, как собачонка за тобой всю жизнь бегала. А не строй себя обиженного, Толя. Неужели ты до сих пор не понимаешь, почему появилась эта публикация в газете? Нас поссорить хотят. Кто, Алина, кто? Эта газетенка достала на свет Божий то, что знала только ты. А твоя жена? Господи. Какой же я идиот. Она же мне грозила, что если умрет, все узнают о моих делах. Алин, прости. Прости. Что же делать? Потрясти газетенку? Может быть, к ним попали все записи и Инкины? Инну ищи. Если Суворова жила, так, может быть, твоя жена вместе с ней? Как? После того пожара мы все быстренько замяли, чтоб никто не докапывался. Кроме тебя и Кривицкой, никто не знал, что... Инка была в психушке. А погорельцев закопали в тот же день. Как теперь проверишь? Суворова знает. Наш мэр уже с ней подружился. Теперь твоя очередь, Толя. Саш, ты что, сегодня не обедал? Да, так, перекусил по-быстрому. Бутерброды, чай. Значит, целый день был на шахте, да? Никуда не выходил. Почему ты спрашиваешь? Просто хочу знать, что мой муж делал в течение дня. Угу. Контролировать не хочешь? Ну, так жучки поставь. В машине, в телефоне. В ручке, которые документы подписываю. Чтобы уж наверняка. Саш, ты что завелся? Я просто спросила. Спасибо за обед.
Наташка, вот скажи, люди не брешут? Это правда, что ты себе алмаз забрать хочешь? Какая она тебе, Наташка? Она у нас теперь крутая. Наталья Петровна ее называй. Вы сами не хотите жить иначе? Никого не бояться, на Алину не оглядываться. У нас без ее разрешения даже вздохнуть свободно нельзя. Ну что? Что и не шутите? Страшно даже говорить про Алину. А ты что ли с ней воевать собралась? Ваниканова так армию не соберешь, знаешь? А я и сама справлюсь. А нам какая радость? Кто у нас на голове сидеть будет, ты или Алина? Поэтому живете в нищете, потому что вам один черт. Хватит нам лапшу на уши вешать. Ты нам лучше денег дай, а мы тебе покажем, как жить иначе. Угу. А разве дело в деньгах? Алина ограбила весь город. Она себе всех подчинила. А вы и в ус не дуете. Земли за городом из коммунальной собственности присвоила себе. Торговый центр приватизировала. Все предпринимательные и дань платят. А ты, значит, нам счастье обещаешь, да? А? Точь-в-точь, как Плохотнюк заливает. Тот тоже каждый год перед выборами нам такую сладкую жизнь обещает, что хочется просто обнять и плакать. Я вам ничего не обещаю. Я хочу только, чтобы вы поняли. Не будете вы жить лучше, пока вы не перестанете трястись перед Алиной. Здорово, Ваниканова. В честь чего митинг? А? Я смотрю, тут некоторые не в меру деловыми и борзыми стали. Ну так как? Рассказать хозяйке о твоих планах, дорогая землячка? Ну что сказал доктор, как маленький? Говорит, беременность протекает нормально. Мне уровень гемоглобина нужно поддерживать. Надя сделает тебе фреш из гранат. Саш, ну ты следи, чтобы Катя постоянно пила свежевыжатые соки. Мам, я целыми днями на работе. Катя у нас взрослая девочка. Учти, твой малыш сейчас тебя слышит. Так что не раздражайся по пустякам. Я к Егорке. Он у себя? Вижу, твоя беременность не очень изменила Сашу. С тех пор, как вернулась Суворова, он стал таким холодным и равнодушным. Только не надо ныть. Ты одевайся поэлегантнее. Будь поласковее с ним, если не хочешь потерять мужа. И хотел бы сказать добрый день, но он совсем не добрый. Присядь, Толь. Что случилось? Не бывает неразрешенных проблем. Я из области. Суворова потребовала пересмотра приватизации торгового центра «Алмаз». Не прячь, не прячь. Покажи. Сам сделал? Нет. Мама приходила и оставила. Скучаешь по маме? Не знаю. Алина говорит, что мама вернулась и хочет у меня все отобрать и убить. Алина преувеличивает. А ты, Егорка, уже взрослый парень. Нужно своей головой думать. Да, мама очень изменилась. Но она любит тебя и очень скучает. Давай съездим к ней, а? А ты будешь со мной? Конечно. Она точно меня не обидит? Егор, если бы она разлюбила тебя или пыталась обидеть, она бы разучилась делать таких птиц. Это мой торговый центр. И кто бы ни стоял за Суворова, он его не получит. Хорошо, Алин, хорошо. Я при чем? Ты зачем меня сюда вызвала? Чтобы как можно больше людей увидели нас и донесли Суворовой, правильно? Ты подставить меня хочешь? Ты сам себя давно подставил, малыш. Так что отрабатывай. Что ты хочешь узнать? Все. И в первую очередь, кто стоит за шахтеркой?
Слышал что-нибудь? Алина, я простой рядовой сотрудник, не больше. Я составляю карты залежей полезных ископаемых, и Суворова не посвящает меня в свои бизнес-планы. И где же у нас много полезных ископаемых? На тех землях, которые ты арендуешь. Суворова говорила, что ее очень интересуют эти участки. Так, бизнес-леди, а отдых? Давай спустимся вниз, пообедаем нормально в ресторане. Дела. Закажи лучше нам обед в номер. А это тоже вариант. Я сейчас. Входите открыто. Зачем ты пришел, Саш? Мы уже все сказали друг другу. Ну, хватит, Наташа. Оставь этот мерзкий ледяной тон. Егорку увидеть хочешь? А ты мне поможешь? Сегодня в полдень. Приходи в уголек. Ну все. Я заказал шикарный обед. Все, как ты любишь. Я не понял, что обед отменяется? Пообедай за нас двоих. Ты что, я все не съем, если ты мне, конечно, не поможешь. Ян, я без шуток. Мне нужно срочно уйти. А куда? Можно я с тобой? Нет. А обед? Я сама. Здесь файлы с документами, истории болезни Суворовой и Инны Плохотнюк. Но копии хранятся в надежном месте. И если с моей головы хотя бы один волос упадет... Меня еще никто так упорно не запугивал. Спите спокойно, Татьяна Леонидовна. Надеюсь, у меня останутся приятные воспоминания о нашем сотрудничестве, Алина Сергеевна. До конца ваших дней, Татьяна Леонидовна. Ты знаешь, что делать. Куда испарилась? Докторша! Наташка, привет. А ты случайно не к нам торопишься, а то мы уже заждались. Нелька, Пашка, я все помню. Мы обязательно все порешаем, но не сейчас. Но у меня шкафы посреди комнаты стоят. Нелька, обещал пан тулуп. Люди, не давите на меня. У меня есть дело более важное. Созвонимся позже, хорошо? Что с Наташкой стало? Раньше была своя в доску, а сейчас... Черт знает, что с ней творится. Да, Нелька. Была у нас с тобой раньше подруга. Была да сплыла.
Большие деньги, они любого человека в сволочь превращают. Заходи быстрее. Ты не больна? Нет, нет, сыночек, я здорова. А скажи мне честно, ты никого не убивала? Нет, нет, конечно. Ты нашел мою птицу? Я ее спрятала от Алины, потому что если бы она нашла, сказала бы, что за ерунда бумажная. А она ведь не знает, что птица волшебная. Эта птица моя любовь. Она всегда будет с тобой. Каждый миг. Даже когда меня не будет рядом. Алло. Кать, не хочешь прогуляться до Алмаза? Тебе полезно подышать свежим воздухом. У меня нет настроения. Я все время думаю про Сашу. Неужели у него с этой задрыпанкой из уголька? Кать, какая же ты дура. У тебя счастье, у тебя ребеночек будет. Плюнь на все остальное. Даже если это правда, ты все равно не любишь Сашу. Люблю, не люблю. Не в этом дело. У Саши деньги и власть. Почему я должна с кем-то делить? Ты думаешь, я буду терпеть, как ты? Ошибаешься, Аня. И Саша ошибается, если так думает. Есть кто дома? Ладно, пока. Ко мне кто-то пришел. Грустишь, красавица? А тебе какое дело? Иди к своей шахтерке и ей лапшу на уши вешай. Да мой Саша на эту Алку даже не глянет. А я знаю. Тебя Наташа подослала, да? Забрать моего Сашу не смогла. Вот и бесится. Прямо сейчас. Что? Прямо сейчас. Твой Саша и Алка. В угольке. А на двери табличка закрыта. Догадываешься, чем они там занимаются? Ну все, хватит. Наконец-то мы с тобой вместе. Родной мой. Пойдем домой. В гостиницу? Алина сказала, ты живешь в гостинице. У тебя там будет большая комната. Хочешь? Не знаю. А если я от Алины уйду, я к ней больше приходить не смогу? Значит, это правда, да?